Межвузовская олимпиада по финансовым рынкам является одним из важнейших мероприятий для каждого студента, который связывает свою будущую профессию с экономикой, финансами и страхованием. Мероприятие состоялось 29 марта в Институте управления экономики и финансов КФУ. Участие в олимпиаде приняли студенты Казанского университета, Казанского национального исследовательского технологического университета имени Туполева, Российского государственного университета правосудия, Университета управления ТИСБИ и Российского университета кооперации. Здесь они приобрели ценный опыт и получили новые знания и интересные знакомства. Стоит отметить, что повод для проведения данного мероприятия действительно стоящий. Сегодня у нас приятное событие – 20 лет кафедры ценных бумаг. Соответственно, это регулярное мероприятие. Олимпиада посвящена финансовым рынкам. Это один из наиболее важных сегментов на сегодняшний день развития экономики. И в этом отношении молодые ребята, студенты соревнуются по знаниям именно в этом сегменте. Основной тенденцией на ближайшие несколько лет на финансовых рынках является развитие небанковских финансовых институтов, страховых компаний, пенсионных фондов, инвестиционных компаний. И именно этому посвящена наша олимпиада. Именно этими вопросами вот уже 20 лет занимается кафедра ценных бумаг биржевого дела страхования. Студенты успешно продемонстрировали способность работы в команде и умение принимать решения в условиях ограниченного времени. Директор промышленной страховой компании отмечает, что прежде всего наработанные навыки способны повысить общий уровень финансовой культуры, что, безусловно, крайне важно для каждого специалиста вне зависимости от профессии. И умение пользоваться и своими финансовыми ресурсами, и вопрос подготовки специалистов финансовых рынков во всех отраслях – это, конечно же, вопрос, в первую очередь, образования. Поэтому я думаю, что эта олимпиада, безусловно, очень необходима. И я думаю, проведение таких мероприятий будет давать свой результат. Олимпиада подарила всем участникам не только теоретические знания по финансам и экономике, современным банковским технологиям и новейшим финансовым продуктам, но и предоставила возможность применения полученных знаний на практике, обеспечивая тем самым всем участникам будущую финансовую безопасность. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.